Всем привет! В субботу, 23 марта, в Николаеве состоялся масштабный фестиваль богатырей под названием «Муромец Фест». В город Корабелов приехали стронгмены со всей страны во главе с обладателем титула «Самый сильный человек мира» Василием Веростюком и президентом Федерации стронгменов Украины Сергеем Конюшко. На фестивале было организовано несколько интересных локаций. Так гости могли поупражняться в поднятии различных необычных тяжестей, сфотографироваться с богатырями и получить от них автограф на память, поиграть в футбол или баскетбол. Нарешті переможцями стають команда «Флеш» міста Миколаїв. Утолить свой голод на фуд-корте или посмотреть на выступления хореографических и вокальных коллективов на сцене. Маленьких посетителей мероприятия развлекал забавный сказочник и супергерои из любимых фильмов и мультфильмов. Кульминацией фестиваля стали настоящие богатырские игры, во время которых две пары стронгменов поочередно тянули 4 грузовика общей массой 36 тонн. Показанный результат был зафиксирован как национальный рекорд Украины. Говорили Николаев, говорили мне в офисе взять курку сегодня. Я говорю, Николаев, солнце, март месяц, конец. Сейчас он будет поражать. А, напомним, что вот назад. В состязаниях стронгменов также принял участие председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, который вместе с Сергеем Конюшком в положении сидя протянули 4 грузовика на 20 метров. Сергей, давно все занимают позиции. Музыка, будьте готовы, за команду Верощука мы почуем. Один. Два. Yeah.
Всем спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Пока!